Какое хорошее дело, но рано или поздно и колодки у вас изнашиваются. И что вы будете делать далее? Ездить по всему городу и искать свои колодки. Мы вам предлагаем другое место, вы можете сюда приехать. Это левый берег, Магнитная 4. Что вам было понятно, куда приехать? Все знают левобережный автомобильный рынок. Он прямо вот здесь находится, справа от меня. Теперь следующим образом. Далеко ехать не надо, место вы это знаете. Вы поднимаетесь на второй этаж и покупаете себе колодки. Но кроме всего прочего, здесь еще на первом этаже замечательное место для ремонта вашего автомобиля. Итак, мы вам представляем мир колодок. Извините, пожалуйста, но я владею иномарками более 18 лет. Как-то так получается. Есть еще немного кренделей, кто владел иномарками ранее. Но никто и никогда в России не владел ими более 24 лет. То бишь я из той категории, кто в первый дефолт купил себе Форда. Теперь возникает вопрос грамотный. Иномарки в то время были крутые и хороши. Но где можно было взять колодки, а? Было то время, когда на Ленинградской был мир колодок. Куда он делся? Но непонятно. Там мир колодок был масенький такой. В 1988 году предприятия крепенькие были. Да и первые этажи в таком количестве под магазины не сдавались. Что сейчас? Магазинов много. Где взять? Вот это проблема. Теперь вариант другой. Количество. Сейчас я объясню. Поскольку вы, господа, интернетом не занимаетесь, потому как все сюжеты и даже не самые коммерческие я выкладываю на YouTube, но вы этим не пользуетесь, а я расскажу. В мире много интернет-ресурсов. И в мире много интернет-покупателей. И в конце концов, вбейте вашу запчасть по-русски и поймете, что вам доставят. И что получается? Типа ждать. Но можно это и не делать. Вам дорога в мир колодок, что на Магнитной 4. Потому что это мир колодок. Здесь ничего больше не продают. На втором этаже. Потому что здесь есть все на все новые иномарки. Да и на старые тоже. Сейчас я вам объясню правила. Здесь работают надолго. И главное, что здесь вы можете найти агрегаты для торможения. Что-то не получилось, но не отсылают обратно, а убирают на полку. Здесь живут для вас. Теперь вопрос с ценой. Давайте подумаем. Вопрос с вашей жизнью. И не надо экономить на тормозах. Вроде все везде и прописано. К слову, первоначально сюда. Возможно, подобрать из старого. Механику я вам описал. Ехать и покупать и искать дешевле не стоит все-таки. Это ваши тормоза. И прошу вас, как просит и закон, поменяли и катаетесь долгих 25, а то и 40 тысяч километров. И ваша экономия в 100-200 рублей вылетит сходу. Так, где мы сейчас находимся? За моей спиной, естественно, замечательные колодки. Я вам скажу честно. Колодки – это то, что в любом случае будет на вашем автомобиле. Даже невзирая на то, будете ли вы ездить на машине с электродвигателем. Потому что эта тема. Как вы собираетесь машину останавливать? Естественно, тормоза должны давить тормозные диски с помощью колодок. Я, честно, стараюсь не расходовать колодки так часто, как вам необходилось бы. Потому что, ну, я смотрю внимательно по дороге. И смотрю, если передо мной красный свет, я уж не разгоняюсь, поэтому потихонечку протормаживаюсь. А если что, ну, надо смотреть, у вас же голова для чего создана. Но некоторые ездят очень быстро, и у них колодки, естественно, разваливаются. Вопрос, где вы будете колодки покупать? Смотрите, где угодно. Но такое часто может случиться, что вы приехали, а там что-то не получилось. Поэтому я вам предлагаю приехать на Магнитную 4. Спокойненько выбрать здесь замечательные колодки. К слову, о колодках. В принципе, вы должны понять, что вы и на старых можете немножко поездить, да, если что-то здесь нету. В любом случае привезут. Но в другом случае вы приезжаете, берете здесь колодки. В принципе, здесь же можете их поставить, если сами можете. Если не сможете, тут, в принципе, рядышком вы тоже это делать с успехом можно. А остальное? Вот оно есть здесь. И ехать-то, по сути, никуда и не надо. Теперь почему настолько круто? Потому что автомастер и мир колодок – это одно и то же. Потому что круче и лучше автомастера дела не идут ни у кого. Для чего вы сюда приехали? Для материала. А вообще, как бы, ну, цены материалов на ремонт автомобиля здесь какие? Недорогие? Нет, недорогие. То есть можно сказать, что, в принципе, невзирая ни на что, можно ремонтировать машину дешево и качественно. Да. А теперь малость внутрь. Я просто несколько раз покупаю здесь краски для своих авто. Круто и замечательно. Круче, чем где-либо. Сейчас расскажу. О!
И вы поймете, потому что как бы, ну, второй этаж — это, естественно, колодки, а вот на первом этаже вот все для ремонта, все, и химия, и все остальное. К слову о приспособах. Так вот, приспособы здесь как раз для того, чтобы вы смогли свою машину восстановить. Все есть, есть все. И причем такие вещи, которые вы не сможете нигде в других местах купить. Ну и мне вот понравились замечательные домкраты и подставки. То бишь, ну, что-то случилось, надо приподнять, немножко сделать. Все, все есть в наличии. Клево просто. К слову о вас. Уникальные вы наши. Самые уникальные думают, что ваш новый автомобиль уникален по сути. Смотрите внимательно. В принципе, все понятно, да? Вы так думаете, что машина просто красится? Нет, господа, машина просто так не красится. Вот. Ее шпаклюют, потом все это делают. За моей спиной шпаклевка. Разная, 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 разная. Любая есть. Хотите крутая, хотите дешевле. В любом случае, вы что хотите сказать? Что ваша машина вот идет по конвейеру, потом ее куда-то... И все красиво. Нет, дорогие мои, она даже по конвейеру идет. Потом люди также смотрят. Где-то что-то там, ну, представляете, это сварочка там, ну, проблемки возникают. На конвейер же все это дело шпаклюют. Пожалуйста, не надо ничего говорить. Не надо ходить с вот этим мерителем, понимаете? Ходить по всей машине. Потому что, ну, бывает такое, да, машину покрасили по дороге, где-то ударчик небольшой, машину сделали. Что вы делаете, господа? Вам главное смотреть, в каком состоянии эта машина. Если машина в отличном состоянии, то выкиньте из головы. Ну вот, и покупайте себе. То бишь, вот эти шпаклевки здесь есть. Кроме всего прочего, я сейчас покажу и самые недорогие вещи, которые вы можете машину и покрасить целиком. Потому что это правило. Машина должна вас удовлетворять. И в очередной раз вопросы о бредятине. То есть, если машина пробежала километры и не маленькие, и ничего с ней не случилось, но этого же не может быть. Ню-ню, вы не мне втираете и не вам. Качественный, самое главное, незаметный ремонт. Вот это правило. Скажите, пожалуйста, вы сюда часто приходите? Почти каждый день, через день. То есть нормальный материал, да, здесь? Да, очень отличный материал, всегда пользуемся, как бы ноты хорошие. Это у вас получается... Это грунтовка. Просто чёрт, грунтовочка. Да, это грунтовка, да, чтобы сейчас перед покраской нанести черной грунтовочкой, а потом уже будем красить. По ценам вопроса. Вот меня сейчас больше всего интересует. Потому что бывает такое, что цены какие-то космические. Здесь космические цены или нет? Нет, здесь очень, очень дешево. Мы как бы работаем очень, там ездили во все магазины. Ну, тут самые дешевые цены. Очень дешево. По сравнению там где-то, ну, в других магазинах. Как он делается и делается в магнитке? Да очень просто. В одном месте выбирается все. И шпаклевка, и грунты, и краскопульт, и сама, естественно, краска. Кроме всего прочего, имея приспособленный к покраске гараж, вы это можете сделать сами. Я такой себе и сделаю. Мне очень нравится Россия, потому что, ну, живем мы в России. Что вы мне хотите сказать? Что мы не умеем краски делать, что ли? Да умеем мы краски делать. Это в свое время 16 цветов всего-то было. Сейчас посмотрите, сколько цветов. О-о-о-о-о-о. Все это за моей спиной. Кроме всего прочего, вы можете краску здесь не просто купить, вам ее нальют с точностью до грамма. Теперь о шумке. Эту вещь вы понимаете сразу после прокатки. Хорошо сделанная шумка прибавляет несколько килограмм, но удовольствие другое. К примеру, если вы хоть раз ездили в американцах, вы ничего снаружи и не слышите, там это круто. Примерно так же и в мерсах топовых ездите с удовольствием. Но извините, дешевый вариант может не шуметь и вообще. Грамотно убираете фистулки, наносите шумку и получаете результат. И вот здесь любая шумка. Сейчас расскажу. Вы покупаете машину, но она шуметь начинает. Представляете, вы купили ее, она брякать начинает. Может быть, не брякать, но в любом случае вы поймете, что где-то там или колесо подшумливает, или все остальное. То есть грамотно и правильно, аккуратно все это дело разобрать и все это внутри утеплить. В смысле сделать шумку. То бишь, сейчас объясню. Вот смотрите, внимательно, вот, чтобы вы поняли, да, как это все делается. Вот наклеено чуть-чуть до маленечка шумки, вот сюда, посмотрите, да? И вот так он звучит без, а вот так с шумкой. Ну, понятно, да? Вот она, замечательная шумка на, и на кузов вашего автомобиля, и на те вещи, которые поддержаны замечательному трению. То есть, ну, дверки же открываются, правильно, и все остальное. То, о чем мы сейчас вам говорим, и это то, на чем мы сейчас ездим. А как вы понимаете, нужны и масла. И вот, по сути, никуда ехать даже в базарный день-то и не надо. Посмотрели масло коцаное, и в гидраче, и в мостах с коробкой сразу же сюда. И поменяв масла, катаетесь дальше.
К слову о запасных частях. Здесь практически все, кроме колес. Но даже если вы не можете здесь колеса купить, это все делается недостаточно сложно. Здесь зато есть колпаки на ваши диски. И за моей спиной, естественно, то, что должно быть. Это масла. Разные масла. Некоторые масла делаются в России. Я бы всем рекомендовал брать такие масла. И, естественно, здесь есть и свечки. То есть, ну, что вам еще надо? И место хорошенькое. Так что есть смысл приехать не только за колодками и за маслами, а еще за всем остальным. Так что, молодцы наши, правила я вам объяснил. Втирают ваши крендели бешеные цены за покраску. Определите, сколько и всего, и сюда, потому как я объясню. Страховка, конечно, хороша. И для страховой, и для перца, маляра и жестянщика. Сделают все максимально дешево, запросят много. Сколько граммов краски и количество, и сюда. И, боже, вас упаси экономить на тормозах. Прежде всего и правильнее купить замечательные колодки здесь же. Потому что принцип хорош. Принцип грамотного подхода к вашему автомобилю реализуется здесь, на Магнитной 4. Про цены. Ну, сами понимаете, цены вообще как бы дешево и сердито. То есть покупаете и даже мозги не канифольте. Потому что где еще возьмете колодки-то? Здесь есть практически на все автомобили сразу же. А на некоторые вы можете кое-что подобрать, потому что люди смотрят и люди разбираются. На первом этаже вы здесь можете отремонтировать свою машину, потому что бывает такое, и кузов царапается, и все остальное. Так вот, и цены здесь тоже невысокие. К слову о том, что здесь есть. Здесь есть все для любого человека, в том числе и инструменты, и краски, и все, что нужно. То есть приходите, и все нормально. На втором этаже вы получаете колодки, а на первом этаже вы ремонтируете свою машину.